here to remind each of the speakers to keep their presentation not more than 10 minutes. Yeah. Thank you so much, Director of UNESCO IITE, and congratulations for pulling together a wonderful panel. Let me make sure that women are first. So let me ask you, Svetlana Konyetseva, to please start the presentations. Thank you. And Svetlana is the in-house expert on open education resources within the IITE. She's achieved so much through her work, and I hope we're going to have a very great presentation. Thank you. Слайды по-английски для удобства наших участников, которые не понимают по-русски. Моя презентация, тема презентации – это будущее ИКТ в высшем образовании и изменения, которые ожидаются в связи с использованием открытого контента. Следующий слайд, пожалуйста. В этой аудитории, я думаю, не нужно подробно останавливаться на определении открытых образовательных ресурсов. Вы видите его на экране. Это любые образовательные ресурсы, которые были разработаны для использования в целях преподавания и обучения, и которыми педагоги могут, и обучающиеся могут получить открытый доступ без лицензионных платежей. Эти материалы считаются открытыми, если они распространяются под открытой лицензией, например, Creative Commons, или являются общественным достоянием. Наш институт на протяжении ряда лет реализует проект по открытым образовательным ресурсам вне англоязычных странах. Были обследованы, была ситуация в 20 странах, они на экране: Армения, Азербайджан, Беларусь, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Япония, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдавия, Монголия, Польша, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Вьетнам. И вы видите на экране публикации нашего института, которые вы можете скачать с сайта института. Кроме того, кроме публикации, сводной публикации по открытым образовательным ресурсам в 9 странах СНГ на русском языке опубликованы, были изданы отдельными томами исследования о состоянии открытых образовательных ресурсов в нескольких странах избранных: Литва, Бразилия, Польша, Франция, Кения, Российская Федерация, Китай, Франция, Германия. Для предсказания и изучения вопроса о том, какие изменения ожидаются в высшем образовании в цифровую эпоху и, в частности, в связи с широким распространением открытых образовательных ресурсов и массовых открытых онлайн-курсов, институт выполнил работу по проекту, это был форсайт, то есть предсказание будущего на основе тщательного сбора данных и консультаций с широким кругом экспертов. В рамках данного проекта изучались следующие темы. Это будущие контексты для открытого контента, будущие учебные программы, будущее аттестации образовательных результатов, будущая роль учителей и преподавательского состава и изменение роли высших учебных заведений. Но для тех, кто не слишком хорошо знаком с темой
открытых образовательных ресурсов. Я упомяну две основных тенденции, которые характерны в настоящее время для данной сферы. Первое – это анбандлинг, и это иногда просто не переводится, а транслитерируется, что означает разукрупнение контента, и это пошло из звукозаписывающей индустрии, когда стало возможно отдельные треки приобретать, а не целые альбомы. И аналогичная тенденция существует в области образования и в области открытых образовательных ресурсов. И Ананд Агравал, CEO EdX, считает, что анбандлинг, разукрупнение контента является будущим образования. Еще одна, как бы, эта тенденция распространяется дальше на аттестацию. И еще одна, как бы, следующая за анбандлингом контента, следующий шаг – это разукрупнение или анбандлинг сертификатов, это выдача микроаттестатов, это наностепени или нанодегриз. И, соответственно, вы можете увидеть изученную в рамках данного проекта схему, систему аттестации в университете Кёртон в Австралии, когда возможно несколько вариантов доступа к контенту и несколько вариантов аттестации. И, соответственно, это либо абсолютно бесплатно, либо предполагается какая-то плата с сопровождением преподавателя, без сопровождения преподавателя, электронное тестирование или тестирование с участием преподавателя. В рамках данного проекта нами, институтом, были проведены онлайн-консультации и изучено мнение 147 экспертов из 54 стран. В результате анализа мнений экспертов было выявлено, что существует контент относительно того факта, что в будущем функция высших учебных заведений и высшего образования должна быть пересмотрена в связи с переходом от традиционных обществ к обществам, основанных на знаниях, и роль высших учебных заведений преобразуется в то, что они станут центрами знаний для всего общества, институтами для открытого обучения на протяжении всей жизни. Ожидается, что характер высшего образования станет менее элитичным, и оно станет более открытым. No hurry, two more minutes, please. Также эксперты полагают, что открытый контент станет неотъемлемой частью процесса преподавания и обучения в течение ближайших 15 лет. А трансфер и признание учебных достижений, которые были получены, и знаний, которые были получены с использованием открытого контента, в том числе включая micro-credentials, микростепени, микросертификаты,
это станет ну, как бы ведущей тенденцией. Было признано, что очень важно качество ресурсов и обеспечение оценки результатов обучения. Также считается, что система сертификации должна быть пересмотрена, и система оценки, они должны быть гармонизированы, чтобы обеспечить более широкое использование открытого контента. One more minute, please. The last slide. Также эксперты неоднократно подчеркивали необходимость развивать персонализированное обучение и подходы, ориентированные на студентов, на обучающихся, и уделение необходимого внимания изменению потребностей обучающихся и изменяющимся требованиям рынка труда на те навыки, которые будут востребованы на этом рынке, чтобы приготовить студентов к новому миру, к работе в новой профессиональной обстановке, поскольку ну, сейчас часто бывает так, что их обучают там, делать то, что в будущем востребовано не будет. Благодарю за внимание. Thank you so much. Огромное спасибо за блестящую презентацию и за то, что вы вернули нас к теме предыдущей панели, на которой стоял интереснейший вопрос о том, как влияет система сертификации на использование технологий в будущем. А сейчас я хотела бы передать слово своему близкому родственнику из Ирландии, Стивену Дагану, директору Всемирной образовательной стратегии Microsoft, который расскажет нам Microsoft. Я говорю очень быстро, поскольку я из Ирландии, и потом я знаю, что есть регламент. Ну и к тому же у меня 6 детей, и приходится говорить семье очень быстро, чтобы все услышали. Мы многое делаем как компания в сфере ИКТ в образовании, и мы понимаем, что мы сейчас переживаем этап трансформации образования. И эта трансформация идет очень быстро, поэтому мы не можем замедляться, мы должны, наоборот, пытаться не отстать и думать наперед. Что касается технологий, которые существуют, вот посмотрите, какие существуют компании, какие существуют технологии, будь то строительство зданий, будь то производство автомобилей. И сейчас для нас прекрасная возможность предоставляется посмотреть на те 4 этапа, которые необходимо учитывать, когда мы говорим о сотрудничестве со школами. Прежде всего, это преподаватели-энтузиасты, это люди, которые начинали это движение и приносили первые девайсы, первые устройства в классы и работали самостоятельно, без поддержки извне, и пытались просто что-то реформировать самостоятельно. Второй этап, резкий скачок был, когда правительство стало принимать программы по внедрению технологий в образование. И дело в том, что с появлением количества
тех мобильных телефонов, которые появились на рынке, нельзя было не обратить внимание на детей, которые стали пользоваться этими мобильными телефонами и задумались, как же это использовать во благо, с тем, чтобы вовлечь детей в процесс образования через эти девайсы. Третий этап. Немножечко такое было замедление, когда и правительство, и компании, и ведомства, школы чуть-чуть замедлили свою работу в этом направлении, просто пытаясь понять, в каком направлении двигаться, что делать, как выстраивать свою политику. И четвертая стадия, как раз вот стадия, тот этап, на котором мы находимся в начальном этапе, это технологии, которые пронизывают все сферы нашей жизни и, безусловно, образование. То, что позволяет создать персонализированные программы обучения и перестроить традиционную систему обучения. Мы не только делаем акцент на то, что необходимо сдать экзамен. Да, это важно, но прежде всего мы, как преподаватели, как воспитатели, понимаем, что мы должны снабдить молодое поколение теми навыками и умениями, которые позволят им потом интегрироваться в новую профессиональную среду, новую социальную среду. Мы говорим сейчас об этапе, когда в центре модели обучения сам студент, сам обучающийся, студентоцентричная модель. И такая модель как раз является наиболее эффективной, а те прорывные технологии, которые сейчас появляются, те массовые онлайновые курсы, МАОКи, они как раз и являются тем инструментом, который вовлекает все больше и большее количество людей в разные образовательные программы и открывает новые ресурсы в плане обучения. И интересно то, что эти программы, эти ресурсы, они рассчитаны на разные категории обучающихся, на разные уровни подготовленности, поэтому каждый может выбрать то, что им необходимо. Мы создаем продукт Microsoft Office 365, он абсолютно бесплатный, и студенты и преподаватели могут бесплатно загрузить его и пользоваться в своей работе. Два примера хочу привести, которые мы используем для того, чтобы внедрить те технологии и уменьшить разрыв между нашими потребностями и возможностями в плане ИКТ. Первый – это видео, там будет сюжет на английском, мы быстро его сейчас посмотрим и постараемся даже перевести. Замечательные возможности предоставляет эта технология, которую вы видите. Возможность виртуализировать ту среду, которую вы изучаете, и 3D-системы позволяют вам объемно представить те объекты, те предметы, которые вы изучаете, и непосредственно прочувствовать их, понять, что это такое, не просто прочитать об этом, а не просто увидеть картинку, а увидеть это именно в формате 3D, поскольку эта технология как раз позволяет вам воссоздать объекты в таком масштабе. И это то, что вовлекает студентов, делает процесс обучения более интерактивным. Мы очень активно применяем данную технологию в обучении студентов медицинских университетов.
также и других, конечно же, программ, но прежде всего медицинских, потому что это позволяет им непосредственно в реальной среде понять, что это такое. Когда вы начинаете операцию, вы должны понимать, что это такое, как подготовить молодого специалиста, молодого врача к операции, как сделать более эффективным процесс обучения. Как раз технология 3D позволяет это сделать. И мы позволяем студентам визуализировать организм человека, также создаем сценарии всевозможных операций, включая, допустим, операция на сердце или просто работу сердца, с тем, чтобы, прежде чем подойти к пациенту, студент имел представление о том, как работает диафрагма, как работают легкие, и движением пальца оживает человеческий организм, становится намного ближе к обучающимся, когда можно действительно увидеть все те анатомические объекты, которые раньше изучали по атласам, теперь они предстают в режиме 3D и становятся намного ближе к студенту. Именно это позволяет более точно диагностировать болезни, позволяет ускорить сам процесс обучения и подготовить более эффективно молодых врачей к будущей профессии. Безусловно, это такая инновация, которая меняет весь подход в образовании, сам процесс построения занятий. И это, скажем так, прорывная технология, но речь идет и о других проектах, которые у нас есть. Элементарная грамотность, снижение младенческой смертности, что также является целями развития тысячелетия. И мы имеем проекты в следующих странах: Бангладеш, Египет, Эфиопия, Мехико. Мы работаем с целым рядом сообществ в этих странах в плане реформирования системы начального образования. Я говорю о тех программах, которые нацелены на всеобщую грамотность. И вот один из примеров, когда у преподавателя есть компьютер, есть маршрутизатор, есть определенные технологии, которые позволяют приблизить всеобщую грамотность в отдаленные районы и именно общаться со своими учениками. И это действительно прорывная технология, которая позволяет нам меняться и менять мир к лучшему. Хотела бы предоставить слово Гарду Титлстаду, генеральному секретарю Международного совета по дистанционному электронному образованию. Дамы и господа, хочу, чтобы мы все с вами задумались над следующим. Как использовать открытые образовательные ресурсы с точки зрения инноваций в образовании? Я представляю ICDE, Международный совет по дистанционному электронному образованию, который включает в себя представителей всего общего образовательного сообщества. Штаб-квартира находится в Норвегии, в Осло. Мы придерживаемся таких принципов, как открытость, прозрачность, подотчетность и ответственное управление. Итак, открытые образовательные ресурсы как пространство для инноваций.
Мы должны понимать те потребности, с которыми сталкивается общество во всем мире в плане образования. И Стивен привел очень интересные примеры, но это всего лишь два примера, и малочисленных примера, их намного больше с точки зрения тех потребностей, которые существуют в обществе в плане технологий. Мы говорим о том, что сейчас на глазах меняются профессии, требования к профессиям. Какие-то профессии исчезают, какие-то профессии появляются, какие-то профессии только появятся. И мы должны уметь реагировать на это. Но мы понимаем, что какие-то, безусловно, работы будут исчезать, рабочие места, какие-то профессии будут появляться, но как мы должны готовить молодых людей к этому постоянно меняющемуся миру и этой постоянно меняющейся профессиональной среде с тем, чтобы они могли интегрироваться в эту среду. Мы рассматриваем это все в контексте ЦУРов, цели устойчивого развития. И с точки зрения того, как те технологии, которые мы внедряем, влияют на наше будущее. Те технологии, которые делают ресурсы доступными, делают открытыми, они, безусловно, нам помогают в нашей работе. Книга, будь то напечатанная книга, будь то электронная книга, речь идет о лицензии, об авторских правах, и дело в том, что нужно учитывать этот аспект авторских прав, то, что мы называем копирайт, лицензии, и как эти лицензии передаются, когда мы используем те или иные ресурсы в качестве электронных открытых ресурсов. Это целый вопрос. Что можно делать? Можно делиться этим ресурсом, можно комбинировать, можно редактировать, можно использовать разными способами в зависимости от того, насколько сильна степень защиты того или иного ресурса вот этой вот лицензией. И нужно понимать, как использовать открытые инновационные ресурсы, образовательные ресурсы в плане образования. Надо понимать, насколько качественны эти ресурсы, насколько они соответствуют вашим потребностям, в зависимости от того, преподаватель вы или обучающийся. Это очень важно. И мы должны, как мне кажется, попытаться соединить все те ресурсы, которые существуют, ресурсы открытых данных, качественных открытых данных, которые существуют во всем мире. А поверьте мне, их не так уж много. Объединить их в один глобальный ресурс и открыть такую глобальную библиотеку, которая будет предоставлять открытый доступ к высококачественным образовательным ресурсам. Вот такой проект PANOR, который был запущен, партнерство ресурсов открытых образовательных материалов учебных. И мы прекрасно понимаем, что мы должны
максимально использовать те возможности, которые предоставляет нам данный инструмент в плане образования для будущего. И есть разные уровни этих ресурсов, они расположены в разных странах, но нужно попытаться объединить их в один общий ресурс. И я говорю о том, что нам нужно качественно пересмотреть подход к этим ресурсам в плане качества этих ресурсов и разделить, какие ресурсы используются, какими категориями. В зависимости от этого нужно соответствующим образом квалифицировать, сертифицировать данные ресурсы на предмет, кому они наиболее подходят. Допустим, если эти ресурсы уже используются в школе, в программах, то нужно создать определенную платформу, которая будет позволять критически оценивать эти ресурсы и периодически их модернизировать, обновлять. Мы создали целую программу, которая обеспечивает сотрудничество разных заинтересованных участников этой программы и позволяет им взаимодействовать в этом направлении. Мы должны соединить этих разных заинтересованных лиц, разных участников на уровне не только контента, но и тех систем образования, тех программ, тех планов, которые они используют. Вот так называемая сеть, которую мы создали, сеть этих ресурсов, которая своего рода является катализатором для будущего использования подобных ресурсов. Она позволяет объединить некую семантическую инфраструктуру, цифровую инфраструктуру, включая инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют сделать эти ресурсы доступными для разных категорий обучающихся. И также система поддержки, которая обеспечивает функционирование всех этих инфраструктур. У нас есть такая база, такое хранилище цифровое этих открытых ресурсов во Франции, Великобритании. Есть компании, которые этим активно занимаются. И компании другие также вписались в этот проект, они готовы участвовать в нем и делиться ресурсами с тем, чтобы создать единую платформу. Мы говорим о том, что мы должны быть открытыми и оцифрованными. Я могу вам дать еще одну минуту, если вы упомянете в качестве партнеров ITO. Спасибо за интересную презентацию. Мы также предоставляем наш контент бесплатно. Как это сочетается с бизнес-моделью? Но пока подождите отвечать на этот вопрос, у нас будет сессия вопросов и ответов. Хочу теперь пригласить еще одного своего брата, Нила Бутчера, от Нил Бутчер и партнеров, который будет говорить об ИКТР, об информационных технологиях как инструменте равенства. Uh,
Ну, Светлана и коллеги уже говорили о понятиях, на которых я хочу остановиться в плане их определения, но тем не менее напомню, что такое цель равноправия, равенства. Очень важно удалить из образовательных материалов, сделать образовательные материалы бесплатными, сделать возможным бесплатный перевод и адаптацию образовательных материалов. Необходимо образовать учителей так, чтобы они стали создателями и вступили в сотворчество по созданию образовательных материалов. И как раз Гарт и Светлана говорят о том потенциале, который необходимо развивать. В различных странах мира, от Гаяны, Южной Америки и других стран, нас просили обеспечивать поддержку и рамочные система ЮНЕСКО ИКТ, она очень полезна в этом отношении, но ресурсов в целом в мире мало, и в использовании открытых ресурсов оказалось возможным привлечь различные ресурсы из интернета и от различных партнеров во всем мире с тем, чтобы создавать совершенно новые курсы, полностью адаптированные к контексту реализации за какие-то доли от той стоимости, которую бы пришлось понести на создание таких курсов с самого начала. И я смог четко выверить стоимость таких материалов и сопоставить с предполагаемой стоимостью такого материала, создаваемого заново. И доля оказалась всего лишь 20%. И мы создали подобные ресурсы для Гаяны, но спустя полгода мы получили письмо от офиса ЮНЕСКО в Кении, где занимаются разработкой учебных программ, не имеющих предшественников, и меня спрашивали, там нельзя ли адаптировать этот материал для Кении, и начали случаться очень интересные вещи. Мы смогли взять тот же самый курс и полностью его адаптировать к политическому контексту в Кении, и сначала в виде пилота, а потом во всей стране. Мы стали использовать его как курс, используемый во всей стране. В этой работе принимал участие Кенийский институт, но не присваивал себе никакого авторства. И потом все это стало нарастать как снежный ком. Так что фактически это хранилище, где соединяются ресурсы различных стран с адаптированными версиями различных курсов. Например, и в Мозамбике, и Зимбабве адаптация и повторное использование этих материалов произошли уже совершенно независимо и от нас, и от ЮНЕСКО. Но в моей родной стране ЮАР, также в одной из провинций адаптировали эти курсы, а затем в этой провинции на нее перейдут более 2000 учителей. Так что это пример того, как общедоступный ресурс в сети может создать целый каскад повторяемых и адаптируемых материалов, копий в других странах. Так что это все очень полезно, и адаптация помогает снижать затраты. Ну вот, в принципе, когда только преодолевалась всеобщая безграмотность, имел место аналогичный пример. Было только две платформы. Одна из них называлась «Африканская книга историй».
И вторая, развивавшаяся в Индии, называлась «Плетельщик истории». И это были материалы для чтения на местных языках, которые позволяли местным организациям искать рассказы, истории с качественными иллюстрациями, содержание которых переводилось на местные языки. И это было ключевым требованием, потому что особенно для маргинальных, малочисленных языков было очень важно отсутствие, была очень важна такая проблема, как отсутствие материалов для чтения. И благодаря этому переводу удалось создать новые ресурсы за буквально копейки по сравнению с тем, что бы это стоило, если бы это было целенаправленным усилием, предназначенным специально для этих языков. И, в общем, открытые образовательные ресурсы и цифровые технологии помогают преодолеть тот водораздел, цифровой водораздел, который существует. И я, конечно, говорю это, но испытываю некое беспокойство, потому что меня больше всего беспокоит, что, несмотря на весь этот потенциал, реальность такова, что все эти возможности и все эти инструменты, к сожалению, опять обнаруживают тенденцию к изобретению новых контекстов, в которых, особенно в бедных странах, эти люди рассматриваются как потребители ресурсов и образовательных материалов, которые порождаются изначально на английском языке и часто внедряются в другие страны, не особенно, когда их внедрители не особенно задумываются о том, насколько это соответствует местному восприятию. И, к сожалению, то, что не меняется в итоге всех этих усилий, это то, что мы не видим изменения потоков финансирования. К сожалению, весь этот потенциал по-прежнему выражается в инвестировании средств в технологические платформы и фабрики создания контента, которые существуют в основном в странах Севера. А адаптация, перевод этих материалов на местные языки, все это должны делать, видите ли, волонтеры, которые будут делать это бесплатно. И мы видим, что многие правительства развивающихся стран, они фактически урезают свои расходы на такую деятельность, потому что считают, что это источник экономии. То есть фактически открытые образовательные ресурсы не превращаются в действительно мощный двигатель образования в развивающихся странах. И нам необходимо добиться того, особенно в развивающихся странах, что не угаснет нацеленность на вложение средств и усилий в создание контента как неизменной части создания контента. Многие считают, что это произойдет само собой, или этим займутся волонтеры. Но примеры, которые я вам привел, демонстрируют, что если просто канализировать, направить ресурсы на воспроизводство высококачественных образовательных материалов в контексте, в котором живут учащиеся, тогда можно действительно использовать этот потенциал. Но если не направить срочного внимания именно на эту задачу, и особенно в условиях, когда правительства развивающихся стран, которые сокращают свои расходы, если они не будут друг с другом сотрудничать ради этой цели, то я боюсь, что это будет еще одной модной, как говорят, фишкой, которая мало что даст в реальном плане. Большое спасибо.
Вы дали большую пищу для размышлений, напомнив, какую важную работу проводит ИИТО, передавая образовательные ресурсы в неанглоязычные страны. Существует интересная статистика. Хотя только 1/4 пользователей интернета находится в странах Запада, а 75% находится в развивающихся или не западных странах, но 80% контента происходит из западных стран, и открытые образовательные ресурсы позволяют нам поразмышлять о том, как нам исправить такую ситуацию, потому что для образовательных систем нужен локализованный контент. Еще один африканский брат, Рикол Охбар, директор департамента бесплатного образования и научных исследований из замечательного острова Маврикий. Благодарю вас, госпожа председатель, дамы и господа. Приветствую вас сердечно и благодарю Министерство образования и науки Российской Федерации, а также ИИТО за возможность приехать сюда и выступить с этой презентацией. Моя презентация будет касаться опыта Маврикия в том, как реализуется ИКТ в сфере образования, и мы расскажем о том, как мы стараемся усовершенствовать доступ молодежи к открытым образовательным ресурсам. Прежде всего, вот где находится Маврикий. Это небольшой остров недалеко от Мадагаскара. Его население всего лишь 1 300 000 человек. Он имеет диверсифицированную экономику, но количество школ в нем невелико. Мы достигли гендерного паритета в образовании и 100% охвата начальным и средним образованием. У нас довольно узкая полоска земельных ресурсов, которые используются, но есть большая океанская база. Мы небольшое островное развивающееся государство и сталкиваемся с проблемами, типичными для мелких островов. Во-первых, что касается ИКТ, у нас ограниченная база в плане людских ресурсов, и из-за небольшого объема потребления ИКТ это приводит к большим затратам. Что касается интернета трафика, то мы находимся, в общем-то, в географической изоляции, что приводит к высокой стоимости и низкой скорости интернет-соединений. Кроме того, у нас ограниченный опыт в частном секторе, поэтому нам трудно направлять на работу учащихся по дисциплинам ИКТ. Когда у вас 10 тысяч программистов, проблемы не очень много, но проблемы возникают, когда они уезжают из страны, и есть и внешние экономические факторы, которые не способствуют развитию IT-отрасли. Все это связано с нашей политикой, и мы занимаем такую осторожную позицию. Мы инвестируем прежде всего в наш единственный природный ресурс, а это наши людские ресурсы, человеческие ресурсы, и стараемся очень старательно и тщательно планировать инфраструктуру ИКТ в наших учебных заведениях.
Мы также разрабатываем национальную политику открытых образовательных ресурсов, которая определит, как мы будем использовать такой контент в наших школах. Мы хотим довести цифровое образование до всех учащихся на всех уровнях, особенно в плане ТВЕТ и учащихся с особыми потребностями. Мы планируем использовать инструмент EMIS, разработанный ЮНЕСКО. Это открытый онлайновый инструмент, и хотим построить собственный вариант EMIS. Мы, конечно, хотим, чтобы программы ИКТ были актуальны для потребностей экономики. Как мы это делаем? Мы считаем, что благодаря планированию, будучи страной маленькой, благодаря четкому контролю исполнения, мы можем более рационально использовать ресурсы в этом дорогостоящем секторе. У нас имеется специальная дирекция, которая разработала стратегический план, определяющий, чего мы хотим добиться, то есть спланировать этот процесс, и работаем со Всемирным банком над таким стратегическим планом, и работая с нашим людским потенциалом, мы хотим, чтобы они поддерживали то, что мы делаем в области образования и в создании ресурсной базы, с тем, чтобы они создавали наше и наращивали наше хранилище соответствующих образовательных материалов. И, конечно, мы должны сделать так, чтобы в школах на самом низком уровне педагогов, преподавательского состава поддержали наши инициативы. Без этого ничего не получится. И все это, конечно, должно соответствовать локальным, региональным потребностям. Наша политика должна служить дополнением к производству цифровых ресурсов, которые уже имеются и которые необходимо приспособить к контексту Маврикия. И, конечно, часто открытые образовательные ресурсы не соответствуют или плохо сочетаются с нашими учебными планами. Нам надо сделать так, чтобы цифровые ресурсы были заметны в мультиэтническом контексте, который типичен для нашего государства, и чтобы это охватывало и наши мелкие острова, которые подчас находятся на очень больших расстояниях друг от друга. Мы вообще относительно изолированы от остального мира, и мы хотим часто обмениваться опытом по общим с другими островными государствами проблемами. Поэтому мы участвуем в субрегиональных объединениях, Комиссии Индийского океана и других. И это, конечно, связано с необходимостью преодолеть цифровую изоляцию, структурируя и добиваясь синергии в управлении ИКТ в образовании, с тем, чтобы деятели образования понимали, что мы делаем, поскольку если они этого не поймут, то не поймут и учителя. И, конечно, необходимо внедрять последние разработки в наших школах, необходимо обучать программированию, которых программистов у нас мало, наращивать ресурсы, которые бы дополняли то, что уже имеется, и то, что можно использовать. И в заключение хочу сказать, что мы, как маленькое государство, островное государство, может стремиться и к быстрым
технологическим инновациям, которые помогут преодолеть изоляцию, создать новые способы поддержания культурных и социальных связей. Большое спасибо. Спасибо большое. Очень интересный взгляд на ИКТ. Я вижу, вот коллегу из Бутана очень внимательно слушали. Возможно, у вас потом вопросы возникнут после этой замечательной презентации. И теперь я предоставляю слово господину Дан Шену, вице-президенту группы облачного образования Вейдонга из Китая, поделиться своим опытом работы и взглядом на ИКТ в образовании. Добрый день, дамы и господа. Несколько слов о нашей группе, о группе Вейдонг компании и что мы делаем. Мы являемся одним из ключевых партнеров ЮНЕСКО на протяжении уже 7 лет. Мы организовали конференцию в Чиндао с помощью ЮНЕСКО, и была подписана соответствующая декларация, которая декларировала использование ИКТ в образовании. Мы разработали несколько пилотных проектов, которые реализуются на разных континентах, в частности, в странах Африки. У нас есть несколько координационных центров в 6 странах Африки. В Африке, в Азии мы разрабатываем так называемые умные классы и систему преподавания в этих классах. Также мы говорим о создании глобальной экосистемы цифрового образования. В Китае мы создали несколько центров, которые позволяют использовать наши наработки в системе образования. И у нас есть собственные центры анализа данных, которые позволяют охватывать достаточно большие территории. Мы работаем в сотрудничестве с ведущими телекоммуникационными компаниями Китая, анализируя те данные, которые говорят о том, как используют ИКТ преподаватели и обучающиеся. Мы разрабатываем также и наш собственный контент в разных областях для начальной школы, для средней школы и для высшей школы. Также мы создали платформу на китайском, на русском, на французском, на английском, конечно же, и у нас есть международные партнеры. С прошлого года мы также свою собственную систему виртуализации разработали и внедрили, которая позволяет использовать эту новую технологию преподавателям, школам, приблизить знания студентам. Мы сотрудничаем с новой компанией ГУП и производим смарт-часы не только для персонального пользования, но и именно для школ. Это не только для системы образования, но и как система безопасности для школьников. Есть такая функция у этих часов. Мы разработали программу умного класса Smart Classroom, которая позволяет охватить на разных уровнях школы в разных городах. И многие города, к сожалению, не имеют достаточно мощностей с точки зрения телекоммуникации, поэтому мы предлагаем городам возможные решения данных проблем и таким образом развиваем такой подход к образованию, делая города, приближая их к статусу «умный город». Мы
разрабатываем системы, которые позволяют отслеживать уровень успеваемости, уровень прохождения материала студентов, обучающихся, и один преподаватель может управлять, работать с несколькими аудиториями, что делает процесс распространения знаний более быстрым и более эффективным в каких-то аспектах. Все это у нас основывается на научно обоснованном подходе. Все данные анализируются теми аналитическими центрами, которые у нас есть. Как я говорил, содержание, контент – очень важный аспект. У нас есть несколько компаний, Demos, другая компания, вот здесь указано. У нас более 3000 часов контента создано на французском, на английском, конечно же, и также на португальском. И это содержание мы предоставляем нашим партнерам в Африке через соответствующую платформу, которая позволяет обмениваться данными ресурсами. Мы уже на протяжении 5 лет используем данную систему в целом ряде городов Китая. Двести тысяч студентов используют нашу систему, и знаете, 2 миллиона студентов используют нашу систему, 2 миллиона обучающихся. Это впечатляющая цифра, и она доказывает свою жизнеспособность и эффективность. Следующий момент очень важный. Не только технические аспекты, но и финансовую поддержку мы предоставляем. Мы сотрудничаем с банками, с африканским банком, с китайскими банками, которые активно инвестируют в разработку подобных программ и в разработку высококачественных технологий, а также их реализацию в целях продвижения всеохватного качественного образования для всех. У вас 2 минуты. Мы сотрудничаем с ЮНЕСКО в плане реализации КТ, конечно же, поэтому мы и здесь. И мы прекрасно понимаем, что ЭКТ – это тот инструмент, который позволяет обмениваться, делиться контентом и вовлекать очень быстро большое количество людей в образование, а также готовить молодое поколение к новой профессиональной среде. Большое спасибо вам за ваше внимание и спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо. Спасибо за то, что вы сэкономили нам минуту и за то, что вы затронули вопрос финансирования. Это тоже важный вопрос, потому что ЭКТ непосредственно связано с бюджетом, с государственным бюджетом и с финансированием. И сейчас вот у нас после последнего выступающего Майкла Мемариса, директора исследовательского института прикладных коммуникаций Афинского университета, будет время на вопросы и ответы. Он расскажет нам о человеческом и гуманитарном аспекте ИКТ в образованиях. В образовании. Большое спасибо за то, что пригласили меня сюда, и для меня большая честь присутствовать и выступать на этом форуме. У меня нету презентации, потому что я предпочитаю
хотел бы это время использовать потом на видео. Я уже 40 лет как преподаю, 40 лет разные студенты, и так или иначе эти курсы связаны с цифровой реальностью, которая нас окружает, и компьютерные игры в системе образования, виртуализация. И я работаю в Афинском университете в Греции, большой университет, 100 тысяч студентов. Мы очень многое делаем в плане МООКов, онлайн-курсов, а также повышения курсов квалификации как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн. Мы делаем все возможное, чтобы приблизить цифровой мир к людям и создать, сформировать соответствующие навыки и умения у людей, у молодого поколения в частности, для того, чтобы они могли интегрироваться в новой формирующейся социальной и профессиональной среде. Вот те пилоты в Сирии, они очень хорошо знают ИКТ, намного лучше они знают ИКТ, чем те, кто присутствует здесь. И мы можем, конечно, сказать, что эти пилоты, эти летчики, которые работают в Сирии, они выполняют приказы, и они умело применяют свои навыки ИКТ в выполнении этих приказов. И мы много говорим об этих ИКТ, о машинах, о технологиях. Это важно, но чем больше мы об этом говорим, тем больше возникает и вопросов. Я вхожу в Совет ЮНЕСКО по ИКТ, и ЮНЕСКО — это Организация Объединенных Наций, а Организация Объединенных Наций была создана после Второй мировой войны для того, чтобы обеспечить международный мир. И я именно как раз на этом хочу сосредоточиться, на гуманитарном аспекте ИКТ, о котором уже говорила Дороти. Мы говорим о приоритетах, и мы работаем с людьми с помощью ИКТ. Мы не должны оперировать таким понятием, как образовывать кого-то, давать больше знаний, больше навыков. Речь не о машинах, не о железе, не о оборудовании, а о людях, с которыми мы работаем и на службу которых мы пытаемся поставить эти ИКТ. Греция, старейшая цивилизация, более 3000 лет истории, и все знают прекрасную историю Трои, историю войны и любви. Тогда ведь тоже были инновационные технологии. Так эти инновационные технологии должны быть поставлены на службу чего? На службу гуманизма или на службу зла? Нужно воспитывать молодых людей таким образом, с помощью ИКТ, чтобы они становились сознательными гражданами и берегли тот мир, в котором они живут, не забывали о гуманном, человеческом, гуманитарном аспекте использования ИКТ. Пожалуйста, покажите видео.
Все началось поздно ночью с боли в животе. О такой болезни не все говорят. Приходилось часто бегать в туалет. Но до этого я очень хорошо проводил время. Веселился, курил, танцевал, как будто я был супергерой. Мне все было подвластно. Но скоро все это закончилось, и мне пришлось обратиться к врачу. Придется вас исследовать и посмотреть, что с вашей пищеварительной системой. Воспаление. Тогда я об этом заболевании практически ничего не знал. Постепенно я узнал, что это аутоиммунное заболевание, и я заразился этой болезнью в результате такой беспорядочной жизни, которая у меня была. Как мне жить с этим? Нужно принимать соответствующие лекарства. Но неужели мне придется делать это всю жизнь? А также нужно есть много риса. Но самое ужасное, что я чувствую себя истощенным, и у меня практически нет сил. Я пытаюсь думать о себе и о своем здоровье. Вот этот вот герой, который создал такую историю жизни, чтобы описать свое заболевание и поделиться этой информацией с другими, кто также может подхватить эту болезнь. И вот как этот человек использовал ИКТ во благо для того, чтобы донести опасность такого заболевания до тех молодых людей, которые так же, как он или она, не задумывались о своем здоровье. То, что мы называем learning by doing, то есть применение знаний на практике и создание определенного эмоционального контекста для того, чтобы привлечь к этой проблеме аудиторию и рассказать об этом, для того, чтобы создать некий катарсис, который позволит более эффективно сквозь эмпатию, сквозь восприятие этих знаний не допустить подобного среди других молодых людей. У нас еще осталось несколько минут на то, чтобы обсудить вопросы. Пожалуйста, подумайте, какие есть у вас вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Итак, прошу вас, поднимайте руки, желающие задать вопрос по одному на каждого. Пожалуйста, кратко, без комментариев. Большое спасибо за очень интересные и вдохновляющие презентации. Господин Стивен Даггинс рассказал о блестящих возможностях обучения на образах. И вот вы говорили
о сокращении разрыва водораздела. Как можно его сократить? Есть ли еще вопросы? Другой возможности задать вопросы у вас не будет. Я задам краткий вопрос. Откуда вы? Представьтесь. Codwords.org. Это детский ресурс. Мой вопрос таков. Вы говорили много о распространении информации в целях повышения качества образования, но выбор необходимой информации и создание методологии – это главное, когда у вас информации слишком много. Так каким образом вы могли бы решить проблему обучения учителей, скажем так? Интересный вопрос. Еще вопросы? Впечатляет. Итак, Чонгхуэй Парк, ЮНЕСКО, офис ЮНЕСКО в Бангкоке. И я хотела бы задать вопрос панелистам от вот этом цифровом разрыве. Такие развитые страны, как Сингапур, Корея, Япония, Китай, они страдают от избыточного использования ИКТ-технологий. Дети используют их безответственно и небезопасно. В то же самое время у нас есть такие страны, как Пакистан, Афганистан, где уровень развития ИКТ наименее высокий, согласно индексу МСЭ. И мой вопрос состоит в том, как вы, как эксперты в использовании ИКТ в образовании, какова роль наиболее развитых в отношении ИКТ-технологий стран в том, чтобы распределять, распространять эти знания и ресурсы на менее развитые страны, чтобы они могли развиваться равноправно с ними? Это были два вопроса, поэтому остался вопрос, только один вопрос. Всего вопросов должно быть не больше пяти. Как вас зовут? Меня зовут Максим Михайлов. Я представляю АБИ, Россия, Москва. Я хотел просто сказать, что мы выросли уже в системе открытых образовательных ресурсов. Это был Советский Союз. Мы не платили за образование и материалы. Но вопрос в том, кто контролирует образовательные материалы. Потому что, как говорят в России, бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому, если что-то бесплатное, это может заключать в себе какую-то ловушку. Кто будет следить за приемлемостью тех или иных ресурсов? Нельзя это все опустить на самотек, и могут в этом принять участие те люди, которые заинтересованы в том, чтобы предложить бесплатные ресурсы, но они будут на самом деле не бесплатными, поскольку эти люди будут преследовать собственные интересы. Итак, больше вопросов я не вижу. Или еще у нас кто-то задаст последний вопрос? 3, 2, 1, 0. Итак, я думаю, нам задали очень хорошие вопросы, и мне очень понравился последний вопрос, потому что мы много думаем о том, кто контролирует информацию, и учитывая те глобальные искажения в том, кто производит эту информацию, существует серьезная озабоченность новой формы колонизации ума. Но у нас есть специалисты, которые убедят нас в том, что мы можем в этом плане что-то изменить. Поэтому я не люблю логического порядка. Давайте проявим инновационный подход и обратимся сперва к Нилу.
может быть, минуту-другую займет ответ на вопросы. Я вот попытаюсь ответить на 3 или 4 вопроса в одном ответе, потому что здесь подняты очень существенные темы. Для меня проблема с инвестициями в ИКТ и образование начинается с того, что финансово это можно обосновать только если будет проводиться реформа учебного плана, учебных программ. Иначе это создаст лишний уровень расходов, и развивающиеся страны не могут себе это позволить. Поэтому надо начинать с реформы учебных планов, не связанной с ИКТ. Поэтому это связано и также с вопросом, как определить качество образовательных ресурсов. Я не знаю, насколько легко обучать педагогов, но в реальном мире ключевые навыки, которые нужны учащимся, это как раз способности оценивать качество и актуальность доступной информации. И им нужны такие учебные программы, которые будут прививать им эти навыки. Это уже навыки 21 века. Но на самом деле многие из навыков нашего века были бы полезны и в Древней Греции. Они даже не требуют доступа к технологии. И если мы будем строить учебные программы, которые прививают такие навыки, то так мы и будем решать проблему того, чтобы информация не распространялась в чьих-то корыстных целях. Я думаю, что это не вопрос качества материалов, а вопрос о том, кто получает выгоду от бесплатного контента. И я думаю, что большие технологические компании от этого выигрывают. Итак, Рико, вам слово. Благодарю вас за вопросы. Хотел бы ответить на вопрос о том, как мы видим роль наиболее развитых в отношении ИКТ стран по отношению к другим странам. На Маврикии мы, как получая, так сказать, некий опыт от развитых стран, это опыт не в конкретном контенте, а в том, как наращивать, как строить контент. Поэтому ответственность за создание таких открытых образовательных ресурсов, она остается нашей ответственностью. То есть мы заимствуем знания о том, как строить такие ресурсы, но в конечном итоге именно Национальное министерство образования отвечает за то, как понимать эти бесплатные образовательные ресурсы, как нам их использовать и каков потенциал использования того, что у нас есть, в общественных целях и на благо общества. Да, это ваш хлеб, что вы думаете? Максим, открытый. Это вопрос, это слово, которое означает демократический. Все упирается в демократизацию. С моей точки зрения, главное различие, так сказать, упирается в создателя, который отдает другим своих права на ту или иную информацию. Поэтому я считаю, что авторство создателя должно сохраняться. Оно должно представлять автора в хранилищах информации, чтобы это авторство не переходило никому другому. Это представителями научного сообщества, которые создают информационные продукты. И если сохранять авторство, то
можно избежать искажений информации. Но вы, компания, вам пойдет ли это на пользу? Конечно, образование – это деятельность, которая позволяет людям учиться и становиться более эффективными работниками. Мне хотелось бы затронуть вопрос об управлении информацией и отборе информации. Как мы поняли из многих выступлений, многие ИКТ-решения помогают учителям высвободить время на то, чтобы помогать детям, тренировать их, овладевать им информацией. И мы считаем, что ИКТ помогаем педагогам повысить свою эффективность и полезность. Стив, вы представитель компании, и вы показали нам очень дорогостоящие технологии. Когда мы начали работать с ЮНЕСКО, мы столкнулись с четырьмя проблемами. Первая из них состояла в том, что большинство из тех, к кому мы хотели обратиться, они не посещали школы. Второе, треть людей, тех, кого мы хотели охватить, они учились дома. В-третьих, не было контента на местных языках, и в-четвертых, не было денег. И мы попытались сократить этот разрыв таким образом, чтобы использовать мобильные телефоны, которые есть уже у каждого, для сокращения такого разрыва. Далее мы поддержали создание новых целей в обучении на местных языках, которые создавались бы местными сообществами с использованием бесплатных инструментов. Это был наш подход, который очень помог сократить существующий разрыв. Майкл, вы говорили о гуманности. Что вы считаете об этой дискуссии? Видите ли, я думаю, как кажется, я и пытался высказать, что называется, между строк. Мы должны иметь что-то в душе. Мы думаем о том, для чего нужно образование, что это сделает меня более счастливым, чем 3000 лет тому назад, почему у людей сохраняются все их проблемы, какие и были в древности, и мы с помощью технологии ИКТ предлагаем по-другому взглянуть на вещи, не только на контент, как это удачно высказал господин Бутчер, но и на контекст с другой точки зрения того, что такое быть человеком, человеком с душой. Мы не можем забывать о своем существовании. Мы не можем оставаться жертвой своих личных проблем из-за психологических и других аспектов своего положения, так же, как и все другие люди. Ну что ж, это пища для размышлений. Светлана, есть ли у вас какие-то комментарии? По-английски, пожалуйста. Ну что ж, я хотела бы прокомментировать последний вопрос. Вы, вообще-то, я обращаюсь к аудитории в России и СНГ. СНГ, потому что мы сейчас находимся в России. Вы, видимо, заметили, что у меня были определенные сложности, когда я говорила на русском языке о некоторых вещах, которые в России не существуют и не существуют в странах, многих странах СНГ.
и, может быть, 20-15 лет назад открытое движение было очень популярно, его поддерживало правительство. Теперь направление изменилось, и мы у нас по-прежнему есть платформа МУК и платформа открытого образования и универсариум. Они развиваются в российских университетах, публикуют свои курсы в Coursera, Udacity, на других платформах. Но главная проблема состоит в том, что есть определенная коммерциализация образования, что является противоположностью открытому принципу. И я считаю, что страны бывшего Советского Союза по-прежнему сталкиваются с той проблемой, что им надо по-прежнему изменить менталитет учителей, педагогов и воспитывать в них культуру делиться информацией. Это замечательное завершение нашей сессии. Мы должны действительно воспитывать эту культуру, связанную с потребностью делиться, с умением делиться информацией, и будь то информационные технологии или какие-то базовые знания. Так как мы воспитываем детей, так мы будем формировать наше будущее, и это никогда не будет простым делом. В это надо вкладывать свои усилия. И я думаю, что открытые образовательные ресурсы, они могут работать и во благо нам, и против нас, но, по крайней мере, с тем уровнем панелистов, которые здесь сегодня собрались, я думаю, мы подняли важнейшие вопросы, и мы побудили вас задуматься над этими вопросами. И, надеюсь, вы будете сотрудничать с нами в целях совершенствования образования и поддерживать великолепную работу Российского Министерства образования и науки, которое спонсирует это совещание, наряду с ИИТО, которое мы с таким удовольствием имеем честь, с которым мы здесь находимся. И я теперь приглашаю вас поаплодировать нашим замечательным панелистам и моему сопредседателю за прекрасную работу.